Приглашаю всех в мир цветных рисунков. Хотите, нарисуем такого симпатичного лисенка? Присоединяйтесь. Начинаем рисовать нашего лисенка. И для того, чтобы его нарисовать, надо сделать хороший эскиз. Для начала я рисую лоб лисенка. Вот такая фигура. Здесь где-то будут глаза. После этого, так как это лоб, можно даже его повыше сделать. Здесь будут его глаза, нос. И после этого мы, конечно, когда мы видим, получился это вообще лисенок или нет, мы можем что-то исправить. Пока это непонятно, что это лисенок. Сейчас мы найдем, где расположены уши. Наверное, глаз надо перенести сюда. А мордочка должна быть поуже. Вот я сейчас ее сразу же и уменьшу. У лисы узкая мордочка. Ну что, теперь мы немножко сотрем то, что мы нарисовали. Исправим нос. Глаз. Другой глаз. Ну что, так вот, наверное, получится у нас лисенок. Я ластиком сейчас удалю линии, оставив общий силуэт. Ухо, наверное, это очень большое получилось. Сейчас мы... Вот когда сделаешь эскиз, после этого сотрешь, но не полностью, сразу видно недостатки, те, которые можно исправить. И сейчас я беру светло-оранжевый карандаш. И сейчас... Вот такими направлениями шерсти. Сейчас проработаю мордочку. И найду более правильное расположение уха. Вот высота головы. Я думаю, что я должна была бы изменить. И я это делаю. Шерсть вокруг глаз. Здесь уже тело будет лисенка. И сейчас мы найдем, например, ухо. Вот оно, ухо появилось. Уши важны для лисы. А это ухо немножко надо сдвинуть. Наверное, сюда. Вот, теперь это лисье ухо появилось. Ну что, получился у нас нормальный эскиз. Серым карандашом сейчас я проработаю нос. Дальше его мордочка. А темно-коричневым карандашом я сейчас заштрихую нос, нижнюю часть потемнее. Оставляю непрокрашенную часть, это будет блик света. Черным карандашом сейчас пройду, покажу глаз. В зрачке оставляю непрокрашенное место. Глаза очень красивые, такие раскосые, и я стараюсь соблюсти это в моем рисунке. Теперь зеленым карандашом можно даже прокрасить вокруг. Продолжаю работать светло-оранжевым карандашом. Если у вас нет светло-оранжевого, можно работать светло-коричневым, но очень-очень легко. И тогда, в общем-то, будет тот же самый эффект.
вот такой вот он прям глиняный цвет карандаш. То есть все начинается с самых светлых тонов, а потом постепенно мы будем добавлять более и более темные, и в результате получим рисунок. Возвращаюсь к оранжевому карандашу. Здесь добавляю больше тени. Переносится. Обозначу получше переносицу. Теперь возьму более темный цвет. Но это светло-коричневый, конечно же. И здесь добавляю тон. Сейчас короткими штрихами показываю направление шерсти. И, в общем-то, в этом и заключается наш рисунок, что мы должны нарисовать все шерстинки, как они растут. И в результате у нас получится симпатичный лисенок. То есть все штрихи очень короткие, я стараюсь не делать длинных штрихов. И не надавливаю, все время одной интенсивности прорисовываю. Беру более темно-коричневый карандаш. Сейчас такими штрихами обозначу ухо. И внутри, конечно, тоже. С этой стороны это ухо. Все делаю такими короткими штрихами. Кое-где наношу даже штриховку. Какой красивый у нас лисенок получается. Здесь вот надо, наверное, более светло-коричневый тон взять, добавить сюда цвет. Внутрь уха я сейчас добавлю такой красновато-розоватый тон, совсем легко-легко. А глубину уха мы добавим темно-коричневым цветом. И немножко поработаем серым карандашом. Можно сюда добавить таких серых штрихов. Здесь усы растут. Волосики такие, которые усы, они помогают животным узнать все запахи, распознать запахи. Здесь вот более темный цвет я добавляю. Нижнюю часть морды. Там тень появляется, я поэтому добавляю серый цвет. Здесь, конечно же, тоже волосы растут.
Это все маленькие антенки, которые животные используют для того, чтобы распознать чужие, свои, опасность. Сейчас я черным цветом немножко поработаю, добавлю вот часть носа, которая исчезла, глаз. Сейчас мы добавим. Сюда. В слизник можно поставить красную точечку. Это всегда сделает более живой глаз. Темно-коричневым карандашом сейчас я добавлю сюда цвет. И опять возвращаюсь на грудь. Здесь тень. Я добавляю больше шерстинок таких теневых в тени. Возьмем оранжевый карандаш, все-таки лиса у нас рыженькая, и добавим побольше яркости на шерстку. Я бы даже сюда добавила. И давайте усики прорисуем. Здесь можно поставить такие точечки, с которых усы растут. И добавить. Здесь тоже, вот где глаза, тоже надо добавить. Немножко я, наверное, исправлю здесь. Давайте раньше сюда подправим немножко. А здесь что-то мне усы не нравятся. Сейчас я немножко сотру. Вот попробовала я стереть. И немножко сейчас коричневый, светло-коричневый цвет восстановлю. И ухо, наверное, немножко сюда приходит. А здесь серый цвет, наверное, хорошо добавить. Сюда серый цвет. И здесь, наверное, добавить немножко. Рисунок на самом деле уже практически готов. Это время внести какие-то изменения, исправления и усовершенствования. А так как тень нам всегда помогает, то сейчас время посмотреть свежим взглядом на рисунок и добавить немножко тени в теневую часть рисунка. И уверена, что у вас тоже получился красивый лисенок. И приходите в гости, будем рисовать много хороших рисунков. Рисовать легко и весело, когда вместе.